Всем привет, друзья! Вы на канале Букреев Бай, и сегодня мы будем открывать 50 посылок за 1 доллар с сайта AliExpress. 50 посылок за 1 доллар с сайта AliExpress. Друзья, вы просто представьте, какая жесть запакована в этих 50 маленьких пакетиках. Цена каждого пакетика или меньше доллара, или чуть больше доллара, но до 2 баксов. В этом видео мы откроем все посылки, обязательно все товары протестируем, чтобы вы могли понять, стоит ли эту фиговину заказывать за 1 доллар с AliExpress или нет. Если вам нравятся такие видео, обязательно поставьте лайк, поддержите меня. Если наберем 15 тысяч лайков, то я обязательно сниму для вас 60 или 70 посылок за 1 доллар. Откроем все это в одном видео. Ребята, со мной все нормально, я здоров и адекватен. Все это я заказываю для вас, чтобы вы, зрители, посмотрев это видео, смогли понять, есть ли смысл покупать какую-то фигню в Китае за 1 доллар или придет вообще какой-то мусор. Фух, ребята, видео будет очень длинным, но очень интересным. Я буду рандомно брать отсюда какую-нибудь посылку, открывать и вместе с вами будем смотреть. Ну, например, вот эту. Давайте откроем, посмотрим. $1.66 стоила эта фигня. Это, ребята, лизун. Лизун для клавиатуры, чтобы высосать пыль с клавиатуры, высосать грязь. Вот здесь все на рисунке нарисовано. У меня есть старая грязная клавиатура, сейчас мы его протестируем. В этой клавиатуре действительно много пыли и грязи. Я ее, правда, давно очень не использую, но сейчас протестируем на ней наш лизун. Ребята, когда этот лизун попал ко мне в руки, я вот прям вспомнил консистенцию лизуна, которого мы делали с полина, из клея и тетрабората натрия. Прям такой же получался. Кстати, полина сделала на своем канале тоже видео про AliExpress ожидание реальность. Ссылку я вам оставлю здесь в подсказках или под видео, обязательно посмотрите. Видео получилось намного красивее, чем у меня. Особенно это видео обязательно к просмотру девушку. Вам, ну, 100% понравится. Много прикольных вещей. Короче, ребят, обязательно смотрите, подписывайтесь на Полину, там все круто. Ну что, начинаем нашего лизуна пихать в клавиатуру. По-другому это не скажешь. Ну что, лизун прям проник в клавиатуру. Давайте его будем доставать. Я надеюсь, что он вообще... что-то он хреново достается. Придется еще чистить клавиатуру теперь от лизуна. От лизуна теперь придется еще зачищать клавиатуру. Кстати, клавиши он все равно от пыли почистил. Вот сравните с этими и здесь. Но, может быть, я его сильно туда запхнул. Вот смотрите, много пылюки в клавиатуре. Мы делаем вот так. Достаем лизуна. Опа, получается, это работает. В принципе, походу, я вначале переборщил. Прям вот слишком сильно запихнул туда лизуна. Но вот если аккуратненько это все делать, то очень даже рабочая штука, смотрите, да? Давайте посмотрим, что у нас в следующей посылке. Очень миленький няшный кошелечек, очень милая кошара, которая очень грустная. Поэтому, если вы попрошайничаете, например, в переходе, то вот так вот, если станете с таким кошельком, возьмете вот так в руку, люди будут видеть кошелек шарчика и будут кидать мелочь по-любому, но его реально жалко, просто он слишком милый. Ха-ха, ребятки, я знаю, что в этой посылке, но вам пока не скажу. Кстати, ребята, покупая такое огромное количество маленьких товаров по 1, по 2 доллара на AliExpress, я тоже использую кэшбэк-сервис, использую Yeti Shop. Ссылку я для вас оставлю под видео, то есть даже такую мелочь, покупая в Китае, можно дополнительно экономить, дополнительно получать скидку. Также, ребята, очень скоро самая огромная крутая распродажа AliExpress, 11.11. На AliExpress сейчас разыгрывают огромное количество купонов, огромное количество скидок. И также, помимо всех скидок и купонов AliExpress, можно применить кэшбэк-сервис, плюс от Letyshop он будет повышенный 11.11. Обязательно используйте кэшбэк-сервис на распродаже, потому что это реально поможет вам выжать максимум скидок от всех продавцов. И, кстати, на Letyshop сейчас в честь 11.11 проходит ни хрена себе огромнейший розыгрыш с призовым фондом 1 000 000 рублей. То есть, ну там капец, короче, вообще жесть. Ссылочки все будут под видео. Участвуйте, читайте. Все очень круто и интересно. Если честно, сделано не очень аккуратно. И, кстати, такую штуковину тоже можно пробовать делать в домашних условиях. Если честно, друзья, это на самом деле антистресс. Он реально очень забавный. Он реально успокаивает. $1.69 стоит. Если честно, вот я сейчас нажимаю, мне кажется, что он просто лопнет. Это реально очень странная штуковина. $1.69 побаловаться, мне кажется, есть смысл заплатить. $1.33 стоимость следующей посылки. Ребят, давайте посмотрим, что внутри. У меня было почему-то написано, что это тренажер для ног, но это такой вот эспандер. Ну, он очень достаточно мягкий, с ним можно делать огромное количество упражнений. В интернете можете посмотреть, с такими резинками их прям вот очень много. И даже и на бицепс, и на трицепс. Ну что, за такую стоимость достаточно неплохой, все целое, не воняет. Следующая посылка у меня подписана, $71. Это шапочки, чтобы быть лысым. Вот у меня слишком много волос, например, на голове, и нужно стать лысым и использовать
шапочки, сейчас покажу, как это работает. Как вы успели заметить, на моей голове реально слишком много волос, поэтому берем вот так вот эту штуковину и, собственно, одеваем на голову. Ну что, ребята, оценивайте, я стал еще лысее, чем был. Ну, смотрится это очень забавно. На какой-нибудь хромакей замазать, и я реально вообще буду лысым. Хотя, ну, на моей голове реально слишком много волос было до этого эксперимента. Здесь уже целая посылка от продавца со всякой мелочью. Тоже она вся там по $1, там ссылки я оставил, если что, под видео. Давайте посмотрим, что здесь, потому что я прям не помню, если честно. В этой посылке целый клад. Это, ребята, трубочка очки. Сейчас протестируем обязательно. Это у нас какая-то флуоресцентная, люминесцентная, я не знаю, как правильно. Короче, светится этот порошочек будет. Тоже протестируем. Очень странно вырвано откуда-то. Это клыки и кровь. Хэллоуин прошел, но все равно близко Новый год. И опять же, вот такой вот дождик под Новый год нам пригодится. Давайте с него и начнем. Бо, это целая юбка какая-то, я не знаю, целая... Штора, золотая штора новогодняя, ребят, ну, дешево все равно, для такого даже дождика это дешево. И здесь даже типа самоклеечная такая штука, то есть можно наклеить сразу на стекло или куда-то, норм за этот бабос. Сегодня действительно происходит просто какая-то жесть, товары просто сумасшедшие. Что это? Это трубочка, ребят, это трубочка очки. Я очень странно себя чувствую, это чтобы сделать так. Есть у нас стакан с каким-то напитком, и мы начинаем пить. И, ёпсель, это здесь летает. Только очень странное, но рабочее. Следующие должны были быть эти клыки, но они даже не держатся. То есть, ну, просто какие-то пластмасски, и прям в десну запихивать их не буду, но есть еще капсула с кровью. Ребят, что-то я снимал видосики, как-то мне хреново стало. Что-то вообще... Володе Ржавому нужна была бы такая таблетка, чтобы хорошо так можно было плеваться кровью, но на самом деле она странная, вы ее быстро раскусить не сможете. Короче, странная хрень вообще. И, ребята, мы пришли в самое тайное место, это какой-то закуток ванной. И смотрите, а, вот очень ярко светится этот песочек, он реально офигенный, и он очень-очень-очень яркий, очень-очень-очень-очень-очень, прикольная штука, мне очень понравилась, классная, она классно светится, не знаю для чего она существует, но прям вот очень светящаяся штука. Сейчас, друзья, мы пополним мою ножевую коллекцию, здесь ножи до $2, вся стоимость до $2, доллар с чем-то, даже дешевле доллар, разные лезвия и так далее. Кстати, друзья, я уже вам начал раньше чуть-чуть говорить про 11.11 и про самую глобальную распродажу Алиэкспресс, но чуть-чуть забыл кое-что, очень важный момент. Продавцы очень хитрые и уже сейчас начали поднимать цены. Вы сможете даже посмотреть некоторые цены на товары, я называю одни, они уже будут сейчас по ссылкам чуть-чуть выше. Они очень хитрые, сейчас повысили цену, чтобы потом на распродаже сделать огромную скидку, товар будет стоить столько же. И чтобы не лохануться на распродаже, чтобы не попасться на все эти уловки продавцов, обязательно используйте расширение для браузера AliTools. AliTools позволяет вам отследить динамику цены, посмотреть подробный рейтинг продавца, то есть уже не лоханетесь, увидите, какая цена была до распродажи, какая на распродаже, реальная ли скидка, действительная ли скидка. И, кстати, сейчас на AliTools в честь такой вот огромнейшей распродажи проходит очень простой розыгрыш с офигенными призами. Можно выиграть крутые телефоны Xiaomi Mi 5, Note 4 Pro, Note 3 Pro, Duji X5 Max Pro и кучу других офигенных призов, и условия очень-очень простые, поэтому ссылка на AliTools под видео, реально годное расширение для браузера, поможет вам не лохануться 11.11, плюс сможете легко поучаствовать в конкурсе, потому что условия очень простые и шанс есть у каждого. Стоимость этой посылки $1.69, и давайте посмотрим, что внутри. Внутри вот такой вот складной ножик, еще с дополнительной открывашкой для пива. Очень миниатюрный, есть такое маленькое ушко, можно повесить как брелок. Может ли он хотя бы чуть-чуть порезать бумагу? Давайте посмотрим. Нет, он совершенно, он вообще очень тупой. Вот вам для сравнения ножичек, которым я сейчас открываю посылки, он режет намного лучше. Идем дальше, 77 центов стоимость этой посылки. Ребят, здесь канцелярский нож. Очень маленькое, такое вот одноразовое лезвие, и тоже он как брелок, его можно носить легко с собой. Очень быстрый тест на остроту, да он режет, но остренький, очень маленький, это же бумагорез. Следующая посылка 39 центов, ребята, это не совсем прямо-таки нож, это нож-ручка. Кстати, мне кажется, что довольно удобно даже будет писать, как ни странно, потому что это подставочка, она прям как-то удобно села в руку, мне нравится, кстати. Следующее, это у нас два мультитул, один я уже открыл, вот он, достаю второй. Они немного разные, это такой вот, знаете, более стационарный, чтобы его было куда положить, это можно повесить даже на ключи, где-то что-то подковырнуть, открыть
и так далее. Ну, достаточно вообще это полезная вещь. Я считаю, я довольно часто пользуюсь мультитулом, но у меня дома немного другой. Следующая посылка, ребята, это классика, $74. Это нож розового цвета. Почему розового цвета? Что я вам хочу сказать, друзья, бывают на Алиэкспресс ножи кредитки намного дешевле, но это что-то такое прямо-таки посерьезнее. Вот прям вот он какой-то крепенький. Китайцы сделали дополнительный вот этот розовый обвес, и теперь нож просто вот не закрывается. Эти защелки слишком маленькие. Вот, казалось, он сначала посерьезнее, но по факту просто вот этот обвес добавили дурацкий. Проверяем, ребята, заводскую заточку. И, ну, кстати, для такого малыша это довольно неплохо, довольно неплохо. Режет, он режет. Идем дальше, нож за $50. Черт, ребятки, я заказал два одинаковых ножичка. Ё-моё, бывает же. Почему-то у меня не написана цена, написано просто нож. Давайте, все, я понял, что это. О боги, ребята, о боги, что это за чудо? Это нож для бровей. Это я не шучу сейчас, это нож для бровей. Самая дорогая посылка, наверное, здесь скальпель. Ребята, можно реально накупить скальпелей на Алиэкспресс и делать настоящие операции. Я шучу, не делайте так. Самая солидная упаковка, в комплекте дополнительные лезвия и, в общем-то, все достаточно серьезно за такую цену. Вот такой скальпель, вроде бы весь металлический, должен быть очень-очень острым. Ну, неплохой, ребят, он вот такой, знаете, цельный, хороший, хорошо сидит в руке. Тест на бумаге, ну, конечно же, скальпель будет, ну, просто шикарно разрезать, срезать бумагу. А что, вот перед вами все супер дешевые ножи с Алиэкспресс. И мне кажется, только бумагорезы, скальпели здесь стоят реального внимания. $55 стоимость этой посылки, ребят. И здесь должен быть огромный воздушный шар. Мы его даже с вами сегодня будем надувать. Посмотрим розового цвета. Опять розовый. Я не помню, чтобы я прям все указывал такое розовое. Вот, собственно, сам воздушный шар. Он реально такой вот большой. Мне будет очень страшно его надувать. Вот, ребята, подарок от продавца. Продавцы очень любят своих клиентов. Вот этот шарик в подарок. Ну что, сейчас мы попробуем надуть этот шар. Мне кажется, что будет достаточно сложно. И будет он достаточно большой. Я даже не знаю, лопать его или нет. Как-то жалко, он такой крутой. Крутой, большой. Ну что, получился вот такой вот шар. Если честно, его еще можно качать-качать. Но реально жалко. Реально жалко лопать. Он очень... Его реально можно очень огромным раздуть. Я не знаю, может быть, в следующем видео еще немного больше накачаем. Просто сейчас еще нас ожидают очень многие посылки. Нужно спешить. Но посмотрите, да, это... Реально огромнейший шар, реально огромнейший просто шар, но у него еще огромный потенциал. Его еще можно раздувать и раздувать. Следующая посылка $48, и она подписана как таракан. Это таракан для котов, для кошарчиков, чтобы они за ним носились. Но так как у нас дома нет кошарчиков, у нас есть только собаки, поэтому мы будем тестировать на собаках. Очень крутая упаковка, ребят, таракан. Это реальный таракан, ребят. Если честно, эта фиговина реально похожа на таракана. И я чувствую, что сейчас будет весело. Здесь есть кнопка включения, мы его запустим и позовем сейчас собак. Будет очень весело. Первый тест, мы запускаем таракана. Нет, что-то как-то он его не очень заинтересовал. Так, запускаем таракана. Твою налево. Что-то таракана заглючило немного. Во, на ножки поставлен. Да им насрать, походу. Им, походу, просто похрен на него. Эй, чуваки, вы будете реагировать? Короче, ребята, коты это не собаки, как ни странно. И им реально пофиг, они вон просто своими делами занимаются, а таракан здесь... Хренячится, но он прикольный, ребят, реально прикольный. Следующая посылка $99, и пока еще собаки здесь, лазят здесь по посылкам, мы сейчас будем тоже тестировать на них. А, хотя это не для них предназначено, ребята, это кошачья мята. Ну нет у меня кошек, ну что поделать, но вещь все равно очень интересная. Как по мне, эта кошачья мята пахнет просто чаем. А, ну как бы, ну как тебе, чувак? Ну что, ну язычком что-то там... Ну, короче, он с ума не сходит, но ему, походу, тоже понравилось. Следующая посылка $44, ребят. И здесь очень интересная вещь для айфона. Давайте посмотрим. Кстати, ребят, я забыл вам рассказать, что вчера упал мой айфон и разбился. Я охренел просто. На самом деле, это вот такой вот кейс iBroke, типа, я разбился. Но мне кажется, что сдалека, если вот такой вот телефон у кого-то будет в руке или возле уха, реально можно перепутать кейс. Достаточно качественный. Мне нравится, что он тоненький, он совершенно не утолщает
цепляет телефон, но клик кнопки какой-то вот, ну, неотчетливый, я не чувствую клика. И вот, кстати, такие олдскульные телефоны можно на Алиэкспресс тоже покупать. На самом деле, ну, сразу догадались, я знаю. Это тоже вот такой вот кейс для телефона, для айфона, и смотрится он тоже забавно, Nokia Connection People, это прям вот на ностальгии. Ребят, ставь лайк, если у тебя был такой телефон, или телефон вообще фирмы Nokia, у меня, наверное, штуки 3 было точно. Следующая посылка 59 центов, давайте посмотрим, что у нас здесь внутри, бабочка. Это для... Что-то у меня много собачьих товаров. Это бабочка, а может это... Это, походу, не собачий товар. Блин, я, мне что-то показалось, что там на аватарке была собака именно в бабочке, но что-то здесь как бы застежка довольно длинная, на собаку не пойдет. Следующая посылка стоимостью 75 центов и внутри. И внутри, ребята, вот такой вот переходник, двойной цоколь, чтобы сразу две лампочки у вас светились. Блин, ну, если честно, он такой весь пластиковый и достаточно опасный, мне кажется. Но мы сейчас с вами все-таки попробуем, работает он вообще или нет. Если честно, друзья, мне самому сейчас страшно, но я нажимаю на выключатель, отхожу подальше. И, о боже, штуковина за 75 центов реально работает. У меня здесь как раз вот повезло. Есть вот такая вот удобная вещь, чтобы это протестировать. Работает. Не знаю, будет ли он перенагреваться и так далее. Он такой весь пластиковый. Но на кратковременное какое-то включение, я думаю, что... Пойдет, работает, ребят, реально работает. Смотрите, две лампочки светятся. Здесь уже товар на грани $2, и ко мне это прилипла собака, теперь ходит здесь. А здесь кошелек собака, здесь кошелек с собакой. Очень хорошего качества кошелек, ребят, своих денег он стоит. Это собака-подозревака. С таким кошельком попрошенничать уже не получится, но подозревать кого-то в чем-то получится. Немного, я не знаю, похоже? Похоже, мне кажется, это собака еще та подозревака. Ля-ля-ля, он уже знакомится с ним по-конкретному. Я реально каждый раз случайно достаю посылки для собак, собачьи всякие товары. Что-то нож уже скотчем, кстати, залип. Здесь тоже около $2. Здесь должен быть светодиодный ошейник собачий. Ошейник немножечко большеват. Чуть-чуть большой. За этот бабос, ребят, я вам скажу, что это очень даже неплохо. Смотрите, здесь есть очень много разных режимов. Даже разные цвета мерцают. То есть пришлось пригласить модель размера XL, но для него тоже этот ошейник большеват. Но вещь реально классная. Малой, смотрите, он просто хочет освободить его из этих оков, да, он снимает с него этот ошейник, но вообще вещь, мне кажется, ну прям так очень-очень хорош. Смотрите, даже сейчас день, и видно, что там что-то мерцает постоянно. Сегодня у нас не так много носков, как в прошлый раз было, но сегодня тоже есть носки, 42 там с чем-то. Почему это? Ну почему? Почему про там рандомный цвет, но почему именно вот это мне прислал китайский продавец? Вот как думает, я именно такие носки хотел. Я забыл ему просто указать, что именно хочу, божечки. Следующая посылка, $38. Здесь у нас, ребятки, должна быть термосумка. Термосумка. Вот такого формата термосумка, не очень большая, но пару там бутылок или что-нибудь замороженное туда можно закинуть. Но сейчас, к сожалению, нет времени испытывать, есть и пирометр, и все такое. Если вам интересно, ребят, напишите в комментариях. Я в каком-нибудь другом видео обязательно потестирую такую термосумку, но за такие деньги. Выглядит она неплохо. И все-таки, мне кажется, вот это будет способствовать сохранению холода. Следующая посылка, $51. Вот такие вот пакетики. Одноразовые пакетики из фольги. На самом деле такие, что-то можно положить вовнутрь и запаять с обратной стороны. И здесь вот такая вот открывалка для этого пакетика. И здесь, смотрите, за такую цену вот такой вот пакован, вот таких вот, вот такой вот пакован, вот таких вот пакетов. Следующая посылка, фонарик, ребята, за 85 центов. Ну просто, просто супер. Черт, ребятки, какая вообще сюда нужна батарейка? У меня нет такой батарейки дома, чтобы протестировать это чудо. Поэтому, скорее всего, в отдельном видосике мы там товары дотестируем какие-нибудь, которые мы здесь не удалось нам потестировать. Но вообще, вот такой вот брелок и маленький светодиодный фонарик. $72, ребята, и в этой посылке целая огромная банка слизи, ребят, настоящей китайской слизи. Вся упаковка уже в этой слизи здесь на... Боже, твою налево. О, блин. Назад, назад. Это реально... Фу, это реально как... Это реально просто слизь. Короче, это настоящая китайская слизь. Если честно, побаловаться очень прикольно. Очень странная консистенция. Кстати, тоже похоже у нас с Полиной получалось что-то сделать. Следующая посылка, $74, ребята. И здесь ностальгия. Не знаю, как для вас, но для меня это однозначно ностальгия. Я вам сейчас покажу, и вы поймете. Очень хорошую упаковку продавца. Не знаю, ребята, догадались вы на данный момент или нет, но в детстве мы все такой штуковиной баловались. Сейчас покажу, как она работает. Я не знаю, получится ли у меня сейчас, но, в общем-то, берете... листик бумаги и просто вот так вот начинаете делать.
Получается, вот такие вот красивые рисунки, и каждое кольцо сможет рисовать по-разному разного размера. Давайте попробуем еще раз, я не знаю, вот сюда ручку поставлю, о божечки, это, если честно, даже не так просто. Вот, смотрите, вот такой вот рисуночек получился. Теперь берем вот сюда, и уже получается совершенно другой рисунок, в другую точку, и получается еще поверх этого рисунка другой рисунок. То есть, реально прикольная штуковина. В школе, когда это появилось очень давно, мы все играли с прям вот, ну, очень нам эта фигня нравилась. Следующая посылка $80, и внутри, ребят, форма для льда или для желе, или для чего еще вы хотите, чтобы делать пули. Но сейчас я это все дело водички сюда наберу воды и заморожу, и тогда посмотрим, что получилось. Уже потемнело, уже вечер, но я думаю, что эта штуковина... Сложно, кстати, открыть, все попримерзало, уже заморозилось. Сейчас откроем, посмотрим. Момент истины, и вот, собственно... наши патроны, я не знаю, о, какие стеклянные патроны, стеклянные, ну что сказать, ну, как вам сказать, ребята, я немного-то покрасивше их ожидал, да, нет, ну, патроны, да, но, ну, короче, формочка такая, если честно, не особо понятно прям, что это какие-то патроны, может быть, я что-то неправильно заливал, можно будет потом еще попробовать, но вот, ну что, патрон, не знаю, решайте сами. Следующая посылка, стоимость $17, ребят, здесь очень необычная должна быть штуковина. Это такой брелок, который как бы должен отзываться на свист, я, наверное, надеюсь, правильно понял описание продавца. Ребята, я только что попробовал, эта фигня реально работает, я немного в шоке, если честно. Здесь есть такая кнопочка включения, и смотрите, ребят, если мы будем с вами просто разговаривать, ничего не происходит, если я там буду пищать, ничего не происходит. Кстати, он еще... помимо просто того, что пищит, он еще приманивает собак. Вешайте этот брелок на ключи. И смотрите, ребят, вы потеряли ключи, и теперь начинаем свистеть. Он сразу же именно определяет свист. Я ничего не нажимаю. Давайте попробуем еще раз. Я сейчас попробую посвистеть. Ребята, это гениальное просто изобретение, на ключи повесить и дома никогда теперь не потеряешь ключи, очень классная вещь. Посмотрите, какая следующая посылка большая, стоит всего лишь 87 центов, ребят. Я вам еще раз хочу напомнить, что очень скоро огромнейшая распродажа AliExpress, 11-11 она произойдет, будут просто офигенные огромные скидки, уже сейчас может там купоны, акции всякие идут на сайте. В этот день на AliExpress реально можно найти что-то дешевое, классное и так далее, и чтобы получить максимальную скидку, я вам реально рекомендую Letyshop использовать кэшбэк, ссылку я на него оставлю под видео. Я уже говорил об этом в начале ролика, но, ребят, я просто обязан вам напомнить, и для проверки продавцов, чтобы они вас не нажухали, чтобы вы видели динамику цены, обязательно используйте AliTools. Кстати, и в Letyshop, и в AliTools офигеннейшие конкурсы проходят, поэтому очень-очень рекомендую, все ссылочки под видео. Так, откроем, посмотрим, здесь за 87 центов, такая огромная посылка, и внутри, ребята, черпак, настоящий китайский черпак. Все, теперь мои пельмеши будут спокойно вылавливаться. Он металлический, но такой вот очень хлипенький, но и 87 центов. Своих денег он однозначно стоит. Следующая посылка, ребята, $97. И мне уже становится страшно, потому что здесь, ребята, ручка, шокер, опасная вещь. Жаль, ребята, что только что я начал клацать эти кнопки. И очень было неожиданно, очень классная реакция. Полина прям сидела рядом, испугалась от моей реакции. Здесь, я надеюсь, эти кнопки сейчас не поменялись. Одна кнопка верхняя включает фонарь. А это... Ох, бля, я боюсь ее нажать, твою мать. Вроде бы не сильно ударила, да, но как-то не очень приятно. Второй раз было еще эффектнее. Не сильно бьет, то есть это здесь не шокер, это просто как шутка, фонарик, да. Но вот эта кнопочка вторая очень прикольно бьет по руке. Не сильно, но вот эффект неожиданности, обалдеть просто. Следующая посылка 72 цента. Давайте откроем, посмотрим, что пришло. Достаточно неплохо было упаковано, вот так разделено на две части, ребят. Это вот такая мультивешалка. Носочки можно сюда повесить, труселя можно повесить. Мне кажется, очень удобная фигня, но вообще она для галстуков, по-моему, да? Но носки будут смотреться на ней прикольнее. Следующая посылка $69, ребят. И здесь вот такой набор канцелярских кнопок. Это достаточно адекватная цена, как мне кажется. И вот такие вот кнопки, достаточно красивые, продаются в Китае. Все хорошие, все красивые пришли. Не помню стоимость этой посылки, доллар с чем-то. У нас все посылки сегодня доллар с чем-то, ребят. Но для меня это кладезь. Для меня это то, что постоянно теряется, постоянно пропадает. Но постоянно нужно. Набор вот таких вот переходников. Смотрите, их достаточно много за доллар там 0,5 или 0,6 или что-то в этом диапазоне.
целый набор вот таких переходников. Это супер. Следующая посылка. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Так, ребята, я вспомнил. Это насадка на кран для экономии воды. У меня на самом деле на кранах уже стоит вот такой вот, грубо говоря, рассеиватель. Водичка такая насыщенная воздухом. Поэтому я не могу сейчас подсоединить прям напрямую. Короче, вот такое что-то получается. Следующая посылка. 60 центов. Ребята, просто здесь шнур. Вот такой вот шнур. На самом деле я вам не очень рекомендую вообще использовать такие шнуры по 60 центов. Но на Алиэкспресс такое существует. И он еще должен быть светящийся. Сейчас проверим. Ух ты! Ё-моё, ничего, вот это да, вот такой вот, короче, ребят, шнур, светящийся, сердечки, смайлики, камера вообще не может эту вахиналию сфокусировать, ну, вы понимаете, о чем я. Следующая посылка, $80, ребят, и здесь снова кровь, не знаю, ее, наверное, глотать нельзя, вампирскую кровь использовать, наверное, нельзя, но намазаться кровякой и напугать кого-то, или там Хэллоуин, все дела, короче, о, смотрите, даже вот так вот все. А что, довольно как настоящая выглядит, мажется так, я вам серьезно, ребят, говорю, смотрите, да, то есть вполне там, ну, если бы еще какая-то там рана была или потертость, не знаю, вот, знаете, так вот сюда нанести на палец, ты там прибил палец, здесь, кстати, ее достаточно много за этот бабос. С этой кровякой небольшая проблема, ребята, на нее очень хорошо отмывается, только что долго-долго отмывал руку. Стоимость этого там вообще 10 или 20 или что-то в этом плане центов. Это вот такой вот браслет, просто светящийся в темноте. И мы с вами сейчас его тоже проверим. Огромными тайнами заполнен мой канал. Мы в ванной, и этот браслет почему-то ни хрена не светится. Хотя полежал на солнце довольно долго. Не знаю, бракованный какой-то. Следующая посылка 89 центов. И здесь давайте посмотрим, что. Это какая-то мочалка. Какая-то косметическая мочалка, но она... но это именно мочалка. Это не то, что там пятки тереть, то есть ее нужно размочить, и какая-то супер-мега-косметическая мочалка. Девушки, если знаете, зачем она, напишите в комментариях, я не знаю. Следующая посылка, товар около $2, но это того стоит, ребята. Это ручка с настоящими, конечно, настоящими бриллиантами на Алиэкспресс, по-другому не бывает. Это, по-моему, даже для Полины заказывали, или может быть, я не знаю, я не помню точно. В общем, это ручка с бриллиантами. Если честно, вообще ничего особенного. Я забыл, у нее есть стилус. Стилус... Все, теперь я понимаю, почему эта ручка стоит почти 2 бакса, капец. Идем дальше, ребята, это посылочка даже не с Алиэкспресс, посылочка, ребята, тоже очень дешево, там доллар соли, это с Gearbest, ребят, это личинки, просто личинки, здесь еще на упаковке написано, что Fish Love It, мне кажется, да, они прям вот, прям как настоящие личинки, очень-очень похожи. Это посылка стоимостью 15 центов, ребята, и здесь стилусы, не знаю, кто-то пользуется вообще этими стилусами или нет, я просто хотел вам показать, что на Алиэкспресс такой продается, и продается очень дешево, 15 центов 2 штуки, если там 100 взять, то они будут еще дешевле стоить. Стоимость этой посылки $1.35, и давайте посмотрим, что... Кока-кола. Но на самом деле это Кока-кола подводка какая-то, или я не знаю, продавца по... Чего это? Я не знаю, это какая-то маленькая... В общем, в виде Кока-колы какая-то космическая фигня. Давайте я сейчас понюхаю, может быть, она и пахнет как Кока-кола. Запах, ребятки, далеко не Кока-кольный, но просто реально прикольная упаковка. Больше я ничего не могу об этой штуковине сказать. Следующая посылка стоимостью $1.55. Смотрите, как хорошо запакован. Ой-ё, это часы. Это очень серьезные часы для реально серьезных людей. Я советую покупать только если у вас в запасе есть пару тысяч баксов в кармане. Классные часы за 1,5 бакса, норм, кстати, блин, они идут, это главное. Следующая посылка 80 центов, и это вот такая вот собачья. Это вот такая собачья фиговина, которая тоже можно повесить на ошейник собаки, она будет светиться. Здесь дофига разных и цветов, и режимов, ну, короче, это что-то как-то настраивается. Хотя тарахтит оно знатно, знаете, как корова будет собака. $1.55 стоимость этой посылки, и здесь ценнейшие ресурсы планеты Земля. Я не особо разбираюсь в камнях, у продавца написано, что это аметист, но смотрится достаточно неплохо и красиво, и такая вот, знаете, хорошая увесистая жменья вот таких вот кирпичей. $1.55, да неплохо, мне кажется. $1.82 посылка. И, ребят, здесь очень странная какая-то вещь. Вот, здесь ты даже напишешь для Хэллоуина, ребят. Ну, Хэллоуин уже прошел, но это очень ядреная вещь. Я померяю. Ради вас я померяю. Как оказалось, я не такая уж свинья, потому что эта маска реально большая. На меня реально большая. То есть, маска свиньи для настоящей.
Для свинов. Ну, качество хорошее, за такой бабос она классная, такая хорошая прорезиненная маска. Две посылки осталось, две посылочки. Эта посылка вообще 32 цента стоила. Сейчас продавец заразу удалил, но я вам другие ссылки нашел. Это, ребята, фингер. То есть это вот такой вот скейт. Будем сейчас Уолли делать на нем. Короче, ребят, это реально скейт для пальцев, но на самом деле на нем можно все научиться делать. Есть такие очень дорогие, настоящие, чтобы прям все трюки на нем научиться делать. Я не знаю, мне кажется, у меня даже Уолли не получится сделать, потому что я не знаю, как он делается. Но на самом деле пластик пластиком, качество такое вот никакое, но 35 центов он однозначно стоит. Все посылки открывал рандомно, и в конце вот оказалась достаточно дорогая, почти за 2 доллара, защита для ноутбука. Я не знаю, как это работает, сейчас с вами посмотрим, но в магазине постоянно такая фигня, чтобы никто не спер. Я не знаю, как это работает вообще. Что-то я, ребят, потыкал, так и не понял, как это фиговина работает. Может быть, если было бы время, я немного больше уделил бы внимания этой фиговине, но такой вот трос достаточно мощный, повеситься на нем можно быть. Что вообще случилось? Вот это была последняя посылка на сегодня. Ребят, 50 посылок с AliExpress за 1 доллар. Ну, короче, до 2 долларов мы открыли, если правильнее сказать. Я вас поздравляю, это новый рекорд YouTube, такого еще никогда нигде не было. Друзья, если вам нравится это видео, не забудьте поставить лайк, поддержать меня. Как я и говорил в начале ролика, если наберем 15 тысяч лайков на этом видео, то я сниму для вас 60 или 70 посылок с AliExpress за 1 доллар в одном видео. Поверьте, это сложно, но я сделаю это для вас. Поставьте лайк. Йоу.